Всем привет! Сегодня мы идем посмотреть, что здесь происходит. Да? Очень много народу, очень много машин. Батуты там надутые. Мы уже припарковались. Что там? Платно, да? Я думаю, да, это платно. И там еще какая-то ярмарка, похоже, много. Да, да. У нас давно такой ярмарки не устраивали, потому что был карантин, или как это называется, ковид. Столько народу теперь, да? Что, зайка? Хочешь туда пойти? Ага. Да, ну здесь такая широкая дорога, что можно и на мотоцикле. Тем более он так тихо. А, тем более инвалидный. Ну, пойдем посмотрим, что там предлагают. Я вижу, что детки некоторые с шариками идут. Вот там на площадке тоже. А это вообще парковка, кстати, да? На парковке получается. Классно, пошли посмотрим. Можно попробовать забить мячик. Ну, почти. Попробуй еще раз. Разные дырки, да? Надо попасть. Ну давай, Никлас. Ой. О, молодец. Это реклама. Реклама, да? Да. Этого спорта. Да. Ручной мяч. Руками. Не ногами, а руками именно. Каси Павло, это хандбол. Руками забрасывать, да, можно? Руками играть. По средам и по субботам. Никлас уже столько голов забил. Ему очень понравилось. Молодцы. Эй, Хэнна Лаун, йо! Хэнна Лаун, Хэнсай! Никлас, эй, Никлас, у тебя в кармане! Папа себе тоже нашел что-то интересное, да? Что здесь продают? А, эти. Шины. Что вам дали сейчас? Вы поиграли в ручной футбол? Ой, в ручной мяч. И что вам дали? Леденец, да? Лукаса тоже дали. Лукас папе отдал в карман. Вкусная конфетка? Круто, да? Наверное, скоро выборы. Тут демократическая партия и другие партии вышли познакомить людей со своей программой. Да? Там конфетки дают? Везде конфетки угощают конфетками. Такая вот... Да. Даже с микрофоном говорят. А здесь кухня. Люди вот стоят в очереди за супом. Кто-то уже получил. Там, да? Ну вот, мы почти уже круг сделали, да? Ой, сколько мотоциклов, смотрите. Это, наверное, на них приехали, да? Это же не выставка. Это мотоциклисты приехали на своих мотоциклах. Ой, какие там красивые подсолнухи. Красивые, смотрите. Подсолнухи. Классно. Мотоциклы. Да, это мотоциклисты приехали точно. Ну и еще магазин техники.
Все, целый круг сделали, а папа наш все так здесь еще и беседует. Здесь резину продают. Зимняя, летняя, на любой выбор. Да? Еще можно арендовать машину, что ли. Ну, а там мы уже были. Теперь идем дальше. С этого круга вышли. Пойдем посмотрим, что еще здесь. Там тоже что-то покушать готовят. О, в костюмах, да? Как ковбои. Что-то готовят кушать. Да, это как это называется? Не ковбой. Нет, не ковбой, а это кружок скаутов. Вот это костюмы скаутов. А я подумала, что это ковбои сдалека. Я не поняла. Да, это мецанкавиат. Это кто ходит в лес? Да. Это такой кружок. Кружок, чтобы ходить в лес и изучать природу. Площадь. И на этой площади тоже вдоль и поперек очень много представительств разных. А это церковь. Это машины для рекламы. Вот это полностью электрическая машина. Рекламу делают. Ну и может быть кто-то купит. У нас 1 киловатт стоит 4 евро. Да, сейчас это уже... Днем. Днем, да. Заряжать нельзя. Заряжать днем машину нельзя. Ну такая тоже она, наверное, и берет нормально, да? Раз она такая прям большая машина. А сколько она стоит? А вот, 310 километров может проехать, да? С одной зарядкой. Круто. Камера. Ага, это для парковки, да? Да. Камера. Ну, папа открыл посмотреть, что там внутри. Папе интересно машины? Он любит машины. Ну, посмотри. Ой, у тебя даже книжка есть? Да, ой, какие тут это. Это же Мерседесы, да? Да, Мерседес-Бенц. Сейчас это сахар кабели, панели. Ага, это кабель заряжать машину, да? Она не стоит города таха. Да не надо, зачем тебе? Не стоит города сисса. Да ладно, не надо. Открой эту дверь тоже. Как она открывается? Ага. А, ну здесь ничего нет. Ну это такая, это как рабочая машина, типа, да? Угу. И ну, электрический. И на электрическом ходу. Папе понравилось, да? Давай сразу поехали. Ой, сколько? Вот 3000 километров. А, 3000. Можно посидеть. Да, не надо здесь сидеть, зайка. Эта машина продается. Что ты нашел? Ты нашел перышко? Аккуратно только. Надо будет помыть его. А Никлас разглядывает книжку, которую папе дали, да? Это реклама. Рекламная книга, какие есть машины, да? Папа столько узнал про эту машину интересного. То, что она полностью на электричестве ездит, это вообще для Финляндии, это, конечно, раньше было, ну, очень интересно. Кроме этих, они не на электричестве? Нет, там есть не только электрические. Там потом, видишь, там под номером они идут, и потом можно под номером посмотреть про каждую машину. Какие характеристики, как она ездит. Это такая рекламная книжка. Кто за это, мама выкинет, пойдет палочку? Вот это здание библиотеки и вот это вот машина библиотеки. Она разъезжает по разным селам, деревням, возит книжки. Можно брать книжки в прокат. А вот это вот наша новая библиотека городская. Такое здание. Огромное. А с этой стороны даже сцена организована. Для выступления. Кто-то будет выступать, наверное. Да, детки будут выступать. Видите, они готовятся. Будут петь, наверное. Или играть на музыкальных инструментах. Здесь, кстати, есть реклама музыкальной школы. Это, наверное, вот музыкальная школа будет показывать, чем они занимаются. То есть здесь разные заведения себя рекламируют. Кого только нет. А там уже танцуют. Они умеют учиться. Кто за порядком смотрит, да? Они уже
тренируются в танцах. Молодцы. Ну, да, неплохо свадьба, получается. Свадьба, танцы. Да нет, это не свадьба. Ой, он вальсер же. На девушке полетит. А ты не умеешь просто. О, можно в библиотеку зайти. Автобус, библиотека. Столько книжек. Все записано. Смотри, мы сейчас, получается, в библиотечном автобусе. Вот так изнутри выглядит. Все удобно. Да? Круто. Можно брать там, женщины отмечать. Карточка должна быть с собой. Мама не взяла карточку. Очень удобный автобус. Смотри, тут все схемы. Никласу понравилась книжка, он решил посидеть, почитать. Да, Никлас? Там тоже можно сидеть. Тоже можно сидеть, да. Вот такие скамеечки организованы. Можно будет выбирать книжки, посмотреть, посидеть. Ну, у нас, где мы живем, у нас есть библиотека, поэтому к нам такой автобус не приезжает, конечно. О, это зелень. Так это очень удобно. Нельзя, что он уже существует. Выбор большой. Интересный автобус. И так светло, потому что тут даже наверху окна. Дверь, так выходишь. Отсюда так хорошо сцену видно. Можно отсюда смотреть за концертом. Да? Что нам там говорят, рассказывают. Никлас, посмотри, какие здесь красивые наряды. Сейчас была девочка в таком наряде красивом. И здесь просто на манекене, да, такой красивый наряд для выступления по танцам. А вот девочка пришла. Они танцуют, это кружок танца. Красивые наряды, да, Никлас? Очень красиво. Сейчас будет выступать музыкальная школа. Ученики музыкальной школы. Молодцы. А, ну... Николас. Здесь очень жарко. Красиво так все обустроено. Красиво? Обустроено все. Такое... Палатка, да? Вигвамчик. Посидеть можно, отдохнуть. От солнышка спрятаться, но здесь очень душно. Жарко здесь, да, жарко. Еще одно место, где делают покушать. Что там делают? Хот-доги, колбаски. Чего только нет. И сразу же здесь можно покушать. Это одно место. Там уже сразу же рядом другое место. Тоже кофе продают. Да. И там дальше идет продолжение. Ой, вся площадка. И там тоже. Там мы еще даже не были. За этим вигвабом, по этим дороге. Там мы еще даже не были. Вот мы на эту площадку поднялись. Здесь тоже такая площадь. Достаточно большая по размерам. И тоже вся в палатках. Тоже кушать готовят там. Какая-то кухня. И здесь уже вкусные запахи идут. Азиатская кухня. Это вот магазин. И вот на этой магазинной площади много-много всяких организаций. Вот там, кстати, Никлас карате. Помнишь? По-моему, они к нам приезжали, нет? Каратисты. А нет, это тэквондо, извиняюсь, это тэквондо. Это не телефонная компания, тоже что-то рекламирует. Обычно, когда уже школа началась, они телефоны и там всякая вот связь для детей. А это сердечная организация. Это кто, ну, входит туда, кто родился с пороками сердца или приобретенные. Там, кстати, можно попрыгать. Хочешь попрыгать, Никлас?
Еще раз давай. Немножко перекинул. Дай Элиасу. Ой, дай Никласу. Элиас даст Никласу. Молодец! Сколько? 25 очков. Круто. Давай, теперь следующий попробует. А, еще раз? Ну, давай еще раз, Никлас. Молодец. Десятка. Чуть-чуть не докинул. Ну, давай, попробуй. 25. Молодец. Пятьдесят сможешь попасть? Нет. Пять. Десятка. Десять. Все равно молодец. Умничка. Десятка. А мальчики решили паркур попробовать. Давай, давай. По очереди только, не разом. Молодцы. Вот, самое сложное. Нельзя так делать, да. Ну, Лукас решил быть первым все-таки. О, уже вышел. Ай, как быстро. Давай, давай. Моя кепка. Твоя кепка хотела остаться там, да? Молодцы. Ой, как быстро. Молодец. Умничка. Мальчикам паркур понравился. Кто-то бросает, а кто-то паркуром занимается, да? Ну, тебе нравится только вот эта труба. А Эля сделает все правильно. Молодец. Умничка. Молодец. Вот. Это самое сложное, мне кажется. Там еще застрял кто-то. Шарик там. Ничего страшного. Иди. Молодец. Ой. Ты умеешь так, Никлас? Лукас? Умеешь проходить? А, ты так хочешь, как лабиринт? Молодец, умничка. Молодцы. Тихонько. Хоккей даже можно попробовать. Хоккей можно попробовать даже летом. Мальчики играют. О, молодец какой, как высоко, да? Никлас решил пойти попробовать, как играют в хоккей. Ага, там клюшки. Сейчас покажет ему, как надо. Вот, как правильно держать. Ну, неплохой удар для первого раза, да? Посильнее надо, почти, да. Чуть-чуть посильнее надо. Сильно-сильно надо, да? Сейчас посмотрим, получится, нет? Ой! Ну,
Ну, давай еще раз. Ой. Показывает, объясняет что-то. Тоже неплохо. Теперь силы не было, да? Воу! Супер! Молодец! Вау! Молодец, Николас! Даже ворота попал, молодец. Ну да, да. Ну там, там тоже дырки, типа, знаешь. Смотри, еще раз. Молодец. Почти тоже ворота. И вау. Вот это уже хорошо, да, получилось? Круто. Впечатление? Тебе понравилось? Круто, тебе конфетку дали, да? Молодец. Ну, круто было вообще.